8 похищенных, 6 в Метрополисе, 2 здесь. Все работают в лаборатории Стар. Атакован летающим вампиром? Подозреваемый летучая мышь с большими клыками. Среди очевидцев ребенок, напуган. Ни слова не говорит, но нарисовал вот это. Очень похоже на... Вижу, на кого похож. По-твоему, он боролся с преступностью 20 лет, а потом поехал в Метрополис и похитил 8 человек? Вечером поговорю с ним. Весь мир сошел с ума, Джим. Возможно, он тоже. Отыскала киборга? Мы поговорили. Дай ему время. Ты должно быть Барри? Я Диана. Привет, Барри, я Диана. Ой, наоборот, тупанул. Это наш отряд? Похоже, что так. О, круто! Это же Бэт-сигнал, которым тебя... Ой, извини. Это сигнал тебе, значит, нам пора. Да, да, все именно так. Это так круто! Сколько вас собралось? Недостаточно. Похищены 8 человек из лаборатории Стар, а вот подозреваемый. Парадемоны. Ясно. Похоже, демоны учуяли материнский куб. Людей похищают, чтобы выпытать, где он спрятан. То есть эти 8, возможно, живы? 9. Ох! Глава лаборатории тоже похищен. Ты пришел. Значит, их логово где-то поблизости. Я обозначил все похищения в Метрополисе, Готэме. Не вижу никакой системы, логика не просматривается. Не на поверхности. Они тянутся в сторону острова Брэкстон между городами. Готэмский порт. Это воздуховоды. Тоннель ведет к зданию Метрополиса, заброшенному в 29-м году. Вы правда думаете, что... О, вау, надо же! Они будто испарились. А, о... Невежливо.